Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Детол, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Ребята, всем привет, у нас Черепашки-ниндзя, и сегодня мы проходим испытание видения Химера командами, которые вы нам пишете в комментариях. Итак, мы готовы, и первый состав. Слушай, первый составщик от нашего подписчика, все Донни и Лео Мульт, представляешь? Воу, слушай, неплохо. Неплохо. Так, да? Надо их только найти. Все Донни. Окей. Так, из ролевого. Ролевого взяли, видение взяли, фильм взяли, мультик взяли и Лео Мульт. И Лео Мультик, да. Лео Мультик. Ну что ж, мы готовы с Химерой сейчас сразимся. Здесь всего две волны. И... Так, мне кажется, ты Донни взял. Ну, все Донни и да. Один Лео. Все, да, правильно? Все правильно. Я немножечко ошибся. Ребята, если вы хотите такие же персонажи, как и у нас, пишите нашему подписчику, ссылочка будет в описании к этому видео, уточняйте у него условия, и он вам обязательно поможет. Бам! Слушай, массовая атака, но слабенько, видимо, классовое преимущество у наших противников, да? Ну, на самом деле, нет. А, нет? Вроде не было. Слушай, ну просто я что-то привык после наших экспериментальных видео, где мы с первого раза всех выносим, тут опять у нас сложные противники, и это хорошо, ребята. Ну что же, первая волна у нас пройдена, у нас второй этап, и с Химерой мы будем, да, бороться. Да, сейчас мы и прямо столкнемся лицом к лицу. Отлично. Ну что же, она у нас довольно-таки мощная. Сюрпризов тоже от нее можно ожидать. Да, да, сюрпризов от нее можно ожидать. Так, давай щит повесим, чтобы давай. Уж точно быть было полегче. А то у нас дебафы висят меткости, поэтому ух. Так, и мощную атаку пробуем. 4200. Неплохо. Броня. Совсем неплохо. Ушли в броню. Так, Донни, давай, ну, заряжай. Зарядят. Ух ты, хорош. 6000, ребята. Разряд запустим еще по ней. Опа, мимо. Мимо, промахнулся, ничего себе. Ну, Донни из фильма дал. И без больницы тоже. Тоже мимо. Да? Меткость, да, пониженная была? Да. Вот ну, она, ребята. Же. Меткость дает о себе знать. Опа. Атаку понизили, и торнадо, торнадо от Леонардо. Слушай, ну он должен добить. Опа! Ну, и вообще. Даже, вообще ничего. Вообще никакого дамага и не мимо. Ребята, вот это странно. Баг. Вот это баг игры. Так, ну что ж, Донни, давай раскручивайся и молотом. Защиту только понизил. Защиту, ну неплохо, слушай, это неплохо. Сейчас мы запустим дрон. И все, мне кажется. Да? А нет, атаку понизили. Обалдеть, слушай, никак не можем залить Химеру, хотя вроде она должна была уже давно лечь. Вот это да, но слушай, вот эта вот атака, которая прошла от Донни, прошла впустую, согласись. Согласен, согласен. И очень часто такое бывает, ребята, одна атака может повлиять на исход битвы. Еще как может повлиять. Вот так вот. Итак, мы готовы еще раз сражаться, и новый состав. Так, новый составчик, Лео Мульт. Ух ты, Лео опять? Да. Майки видения. Да. Раф фильм. Да. И Донни ролевой. Четвертого нету, пятого точнее. Донни ролевой. Так, тихо, где этот шляпочник? Вот он. Ну, слушай, давай думаю, попробуем. Справимся. Давай в четвером, да. Я думаю, должны справиться. Попробуем. Будет нам не так легко. Будем стараться победить. Все-таки, ребята, вы пишете, мы исполняем. И это точно. Итак, первая волна у нас легкая. Это мы все помним. У нас. Ух ты, слушай, вот это вот. Уклонение, конечно, вернее... Меткость. Они, конечно, дебаф накладывают, но что поделаешь, ребята, что поделаешь? Не так приходится вот так вот пытаться сбить его, иначе будет нам тяжко. Да, сейчас еще будет дамаг наносить, массовые атаки используют. Слушай, постоянно массовые атаки, но да, у них, видишь, одна одиночная и потом массовая проходит. Ага. Ой, это клан футовцы, да? Да. Оба-на, разрядили. Ах, а нет, ты слушай, смотри, представляешь? Как, а, мимо. Но... Промахиваемся, ребята. Хорошо, у нас есть хил. Ну. Опять мимо, но атаку понизили. Ну давайте, ребятки, соберитесь. Что за дела-то? Нужно попасть-то. Мимо! Опять мимо. Ты смотри, ну зато дебаф спал. Но сейчас еще могут один повесить, да? А да, опять так, повесить. Так и происходит, да, практически. Что ж такое? Не дают они нам. Хорош. Отлично. Так, пробуем вот этого справа завалить. Опа! Хорош! Это попадание, хедшот практически. Практически. Ну-ка опять, слушай, по половине хелов уже забрал у нас. Да, тем не менее, действительно, по половине хпшечки нам... Ух ты, слушай, да? И... Бам! Да мимо, опять мимо. Да как что ж такое? Ну, все впустую, ребята. Топ пойдет. Все, да все в воздух уходит. Все наши атаки. Мы так еще и проиграем. Надо хилиться.
Надо срочно хилиться, но как только дойдет очередь до левого... Да давай бабушкин холодильник, давай что-нибудь, массовую атаку какую-нибудь. Пора. Есть, похилились ребята. Так, ладно, массовая атака. Массовая атака, бельчатали, бегут у нас просто. Вот это уже дело. Вот это уже другой расклад. Итак, заряжаем и победа. Хорошо, ребята, что мы вышли на босса без дебафа меткости. Это огромнейший плюс. Давай посмотрим, как они вчетвером, смогут ли они справиться или нет. Я думаю, смогут. Химера сейчас прилетит и попытается разнести нас. Но мы будем отстаивать. У нас есть щит у Дони. Опа, ты смотри, как. Ты что там? Ничего себе! Офигеть! Это слушай, что было? Опа-на! А что? Это как? Как так возможно вообще? Три атаки и четвертая была? Ну-ка, попробуем пробить. Ну, хорош. Неплохо, ребята, нам нужен щит обязательно. Да, нам нужен щит и нам нужен хил. Это две вещи, которые нам очень и очень бы пригодились. Очень нужны, сейчас. Хотя бы щит. Донни сможет сейчас атаковать? Да, так, давай щит, вешаем щит. А не хил? Ну, пока что щит, потом хил используем. Ну хорошо, все, мы под щитом, нам уже будет легче гораздо. Потому что хил бы нас сейчас... Слушай, он сбил щит у Донателло. Ай, добивает! Да вообще жесть. Ух ты ж, блин, хиллера мы потеряли. Хотя у нас есть Лео, но у Лео два хода еще. Да если бы он еще попадал, понимаешь, как бы это было в другое дело. Не так-то уж просто, как кажется, да? Да, вроде казалось, что мы спокойно должны пройти даже вчетвером это испытание, но, как видите... По две атаки постоянно, еще третья, да, проходит? Да. Ну-ка. 1531. Слабо, очень слабо, ребята. Так. Опа. Что это такое было? Что это было? Я не знаю, просто в пустоту ударило. Так, опять. атака Рафа. Он броню что ли снял? Или он пытался атаковать и в броню все ушло? Слушай, пытался атаковать, но броню не снял. Ай-яй-яй-яй-яй. Вся надежда на Рафа. Хилимся, наверное. Хилимся, да. Хилимся, ребята, хилимся. Иначе мы попадем в просак. Хорошо, хоть меткость на хил не влияет никак. Да, согласен. Ах ты ж смотри, сейчас будет одного долбить, да, опять? Нет? Я думаю, да, он, скорее всего, будет точно атаковать прям по одному. Ах ты ж смотри, как, а Лео страдает у нас полностью. Но подвечивается молодцом Лео, не подводит нас. Мимо. Смотри, как он замер, а? Ну? Ах, да что ж такое-то, а? Слушай, ну дамага никакого не нанес. Опа! Два, три... Обалдеть. Трипл удар. Бабушкин холодильник. Да зачем? Ах, понимаешь, у него меткость понижена, поэтому... Ай, ох, мы теряем ты, слушай, хиллера, мы потеряли, ребята. Потеряли хиллера. Давай, белочки, пошли, белочки, вход. У белых повышенный дамаг, поэтому они должны точно его снести. 3200. Слабо, очень слабо. Ай, мимо промахивается, ничего себе, как такое возможно? Апа, 1900. Бабушкин холодильник-то уже брось. Да хорошо, бросай. Не факт, что он попадет. Попадет и добьет. Ну, ах, почти. Нет. Ну, Майки, нет? Нет. Ай, теряем Донни из фильма. Остался только Майки, и по нему сейчас опять дамаг проходит, только не третья атака. Мы подлечились? Мы опять подлечились? Что-то я не понял. Я не понял, в чем фишка, ребята, но... Опа. А, он лечится сам при атаке. Химера лечится на 2000. Обалдеть, то есть она на двушку подлечилась еще, атаковав нас. Опа, все, слушайте, ребята. Слушайте, ну вот это да, вот это был расклад. Ну как так-то, а? Да, вчетвером мы все-таки не справились, поэтому... Ух. Поэтому, наверное, команды из четверых выбирать не будем, ребята. Будем выбирать пятерочку. Так, смотри. Команда Хан. Да. Донни ролевой. Слушай, Донни ролевой очень многим нравится, да. Донни видение. Да. Крис Брэдфорд. Ничего себе. Крис. Где наш Крис? Да. И Макман. Ух ты, слушай, вот это хороший выбор, ребята. Я уверен, эта команда точно должна дойти до финала. И спокойно... Да, ребята, спасибо, что пишете нам команды. Пишите их в комментариях, мы обязательно за них сыграем. Итак, первая атака у нас достается Хану. Бам! Сильно. Хорош. И массовую атаку будем использовать. Используем массовую атаку. Опа, хорошо. Постепенный урон сейчас добьет наших противников. Слушай, мы сразу подойдем сейчас к боссу с повышенным дамагом, нам будет гораздо легче. Согласен, отлично. Но главное, сейчас нам бы наложить щит.
щит бы нам очень не помешал. И это точно, я согласен, потому что тройная атака – это что-то с чем-то. И меткость понижает, это просто химия. И она еще и лечится с каждой атакой. Так, запускаем кусок асфальта в него, прям надгробие какое-то. Ух ты, 6300, неплохо. Так, пробуем защиту его. Да, защиту и атаку. Отлично. Понизили, ребята, дебаф наложили. Опа, тройная атака пошла в ход. Слушай, ну не так сильно, не так сильно на самом деле. Не сильно, контратака у нас есть. Так, ну что же. Массовый, наверное, от Макмана нет. Ну попробуем сделать кулачки сначала. Ух ты, слушай. 6700. Ребята, этот составчик, конечно, получше. Боевой, очень даже боевой. Бам! И что он? Что он будет делать? Ну, Донни у нас такой. Опа! 330. И все. Шикарно, ребята. Ну вот этим составом, ну как-то здесь нам полегче было, да? Я согласен, таким составом. Я прям не понимаю почему, но как-то было легче. То ли химера по-другому атаковала, то ли что-то повлияло. Ребята, ну что ж, на этом все. Спасибо, что пишете ваши команды, пишите их в комментариях, мы обязательно за них сыграем. С вами был канал Detol. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш второй канал, ставьте лайки и до скорых встреч. Всем спасибо, пока. Пока.